Тем временем в Сирии, откуда в Европу стремятся тысячи беженцев, обстановка становится все напряженнее. В пригороде Дамаска боевики обстреляли автобус с медиками из онкологического центра. Погибли двое врачей, еще 20 получили ранения. Минометный огонь открыли экстремисты и по жилым кварталам. Есть пострадавшие среди мирных жителей, но сколько их, пока неизвестно. В ответ правительственные войска нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по базам террористов. Тяжелые бои идут сейчас под Пальмирой у нефтяных промыслов Джизаль.